Урока «Как завязать знакомство». Представьте, что нам нужно с кем-то познакомиться. Тема нашего занятия – «Как завязать знакомство». Проще всего это сделать с помощью фокусов. Давайте превратим 10 копеек в 10 рублей. Вам понадобится одна 10-копеечная монета и две 5-рублевые монеты. Перед показом к этому фокусу нужно подготовиться. Нужно взять две одинаковые монеты, большие. Сложить их вместе. И зажать. Чтобы зритель не видел ребра, 10 копеек помещаем перед ними. Максим сейчас не видит 5-рублевые, он видит только 10 копеек, да? Затем левой рукой перекрываете монеты, большой палец скользит и разъединяете две 5-рублевые большие монеты. 10 копеек прячется за 5 рублей. Понятно? Да. Попробуйте сами. Покажи мне. Смотри, я вижу. Не надо. Не надо видеть. Отлично. Есть. Важно замереть. Ты показываешь только 10 копеек. Прямо на уровне глаз моих держи. Вот так. Да. Максим, попробуй. Ну а что вы смотрите все? Вы тоже делаете, пока Максим пробует? Тебе удобно так держать? Нет. Давай, ну кому ты показываешь фокус? Миша, мне? Мне? Определись сначала. Всем. Всем. Всем ты не покажешь. Ты покажешь только зрителю, который перед тобой. Помнишь? Это я. Да, вот. Затем. Да нет, зачем? Ты второй рукой, двумя руками же делаешь-то. Помнишь? Ну-ка, Саша, покажи мне. Да, закрываешь. Есть, есть. Давайте превратим 10 копеек в 10 рублей.